В декабре 1979 года, когда советские войска вводили в Афганистан, планировалось, что операция военной поддержки дружественного режима продлится около месяца, максимум 6. В итоге месяц превратился в 9 лет жестокой, изнурительной войны с многочисленными потерями. По официальным данным, за время афганской войны погибли более 15 тысяч советских военных. Более 400 пропали без вести или попали в плен. Причем спустя 10 лет после вывода советских войск 287 человек так и не были возвращены на родину. Потери были не только боевые. По официальным данным, более 100 тысяч советских солдат в Афганистане заразились инфекционным гепатитом, более 30 тысяч – брюшным тифом. Никаких скрытых потерь по Афганистану быть не могло. Тогда был у нас в руля Михаил Сергеевич Горбачев, который максимально был открыт. И нам дали карт-бланш в этом деле, считать, все пересчитывать. А что было потом, мы просто посчитать уже не смогли. Через год, через два развалился Советский Союз. Многие тяжело раненые находились с большими сроками лечения, находились еще на излечении. Не вошли в число официальных потерь и солдаты, которых якобы хоронили или даже не хоронили на месте в Афганистане. По неофициальным данным, которые собирали энтузиасты-историки, советские потери за все время афганской войны могут превышать 50 тысяч, то есть более чем в 3 раза больше официальных цифр. Слухам способствовало и замалчивание трагедии войны. По телерепортажам и газетным статьям получалось, что воюют афганские правительственные силы, а советские солдаты строят в стране школы, играют в футбол и общаются с детьми. Вместе и плясать хорошо. Вплоть до 1987 года, до тех пор, пока в Советском Союзе не началась информационная оттепель, запечатанные цинковые гробы с погибшими хоронили в полутайне. На памятниках нельзя было указывать, что солдат погиб в Афганистане. Представление о том, сколько погибает, было у тех, кто воевал рядом. Для остального населения это оставалось тайной, о трудностях войны не сообщалось. Хоронили тайно, в атмосфере секретности. Тела доставляли домой в запаянных гробах, чтобы меньше расходилось слухов о том, что случилось, что стало причиной смерти. По-разному складывалась и судьба попавших в плен. Около 30 человек удалось освободить усилиями, созданной в США советскими эмигрантами организации помощи военнопленным. Большинство из освобожденных ими остались жить на Западе. Всего, по официальным данным, более 100 советских солдат погибли в афганском плену. Многие из попавших в плен во время операции так и не дождались освобождения. Один из бывших солдат советской армии сейчас проводит экскурсии в музее джихада на западе Афганистана. Я был зол из-за того, что советская армия бросила нас в беде. Отчасти потому я и начал с ней воевать. Почему нас никто не искал? Почему им не было до нас дела? В результате советской операции, по разным оценкам, погибли до 1,5 миллиона мирных афганцев. 5 миллионов бежали из страны. По официальным данным, через войну в Афганистане прошли 620 тысяч советских военных. Вряд ли возможно подсчитать, сколько воинов-афганцев уже на гражданке погибли, были убиты или покончили с собой, страдая от посттравматического афганского синдрома.